Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю играть в The Binding of Isaac Afterbirth. Rebirth? Я уже не помню, как этот экспаншн называется. Я не знаю, что происходит. Так что рандом. Айзек. Ну, из-за него я точно все прошел, но это лучший персонаж в игре, так что почему бы и нет? Айзек стартует с D6. D6 позволяет реролить предметы и получать что-нибудь более полезное. Ну, что-нибудь другое, по крайней мере. И батарейки вот такие вот, это очень полезная вещь для этого. Потому что я смогу зреролить предмет на первом уровне 2 раза. И это темный уровень, так что здесь ничего другого не должно быть. Хотя я полез в карту смотреть, нет ли здесь двойного уровня. Я уже забыл, как вся эта игра работает. Но, в общем, да. Сколько ключей? Сколько ключей? Зачем мне столько? То есть нет, мне столько понадобится, конечно же. Но все-таки. Раз я дошел до босса, я сразу зайду к боссу, чтобы, если что, зареролить его предмет сразу же. Но это всадник, так что я не буду реролить его предмет, потому что куб мяса и всякие подобные вещи полезны. Ну, это все несложно, естественно. Я все еще помню, как убивать... кто это, Голлот? Примерно помню. О, давай уже переключай свою фазу. Не хочу, чтобы он переключал фазу, пока живы мухи. Но придется. Окей. Ну, мухи уже не живы. И это несложно. Куб мяса летает вокруг меня. Блокирует выстрелы. Больно дамажит врагов. Синее сердце я подожду пока подбирать. Тут белое сердце где-то было. Я его пропустил? Ау. Ну ладно. Может быть, у меня будет еще одна бомба. А, у меня есть еще одна бомба. Тогда вообще не проблема. Я могу там получить, по-моему, ключ плюс белое сердце. В общем, куб мяса я могу, в принципе, использовать, чтобы сдамажить врагов. Но сейчас в эту толпу я не очень хочу забегать. Она меня убьет. Ну, сдамажит, по крайней мере. Тут, конечно, есть половинка сердца, но все равно. Еще ключ. Так, что у меня за предметы здесь? Это замедленные выстрелы, которые пролетают сквозь врагов и сквозь стены. Это не очень хорошо. Ключ тоже не очень хорошо. Он, конечно, позволяет сразиться с мега-сатаной. Но я, пожалуй, зарерою его все же. Перо тоже хрень. Пойду посмотрю, может, я еще одну бомбу смогу достать. Надо было просто брать пассивку. Потому что теперь оно мне все активные предметы будет перечислять. Которые мне все не нужны, потому что D6 это, ау, лучший активный предмет в игре. Я уже забыл, какие опасные эти пауки со своим движением. В магазине делать нечего. Ау. Окей. Я могу, конечно, взорвать батарейку вместо белого сердца, но белое сердце, по-моему, немножко... Хотя, полезнее ли оно? Белое сердце повышает мою максимальную жизнь. Так ли мне нужна моя максимальная жизнь? Учитывая, что... Синие сердца намного полезнее красных. Ясно. С этим я пока что подожду. Да, куб мяса. Ну, у меня 6 ключей. Это не совсем то, что мне нужно сейчас. Но все же, да, это именно то, что я хотел получить здесь. Шикарно. Перо — это активный предмет, который делает вот эту хрень. Оно довольно прилично дамажит, но оно довольно редко попадает. Да блин, какого хрена?
Игра, почему? Так, я ведь смогу вот здесь поставить бомбу? Да, смогу. То есть, понятно, что я здесь смогу поставить бомбу. Смогу ли я взорвать то, что я хочу взорвать этой бомбой? И, наверное, надо было использовать эту таблетку до подбирания сердца. Но что поделать, еще одной бомбы у меня нет все равно. Окей. Первый уровень без предмета. Нехорошо. Совсем нехорошо. Но зато с жизнью и с кубом мяса. Как бы я получил хорошие вещи за первый уровень, просто я не получил предмет из комнаты с предметом. Окей, карета, колесница, как она там? Неуязвимость на несколько секунд. И контактный урон. Где-нибудь пригодится. И сила. Повышение урона, жизни, всего остального. Тоже где-нибудь пригодится. Ну, сила, наверное, пригодится где-нибудь на боссе, потому что это очень полезно для убийства боссов. Там полуторный множитель урона. А вот колесница тоже, в принципе, может пригодиться на боссах на некоторых. Но уже немножко хуже. Потому что только на некоторых хорошо работает. Так, предмет. Это хрень, которая раздваивает мои выстрелы, когда они сквозь нее проходят. Я не хочу. Я совсем не хочу. Не хочу. Еще я наркоман. И врезаюсь у врагов, когда этого не нужно делать. Эту хрень я тоже не хочу. Ну, впрочем, вряд ли у меня будет выбор. В магазине может быть батарейка за 5. Оу, да, выбор у меня вряд ли будет, потому что я хочу, если я смогу еще один реролл накопить, то я хочу его использовать в комнате с дьяволом. Скорее всего. Если я смогу заработать сделку с дьяволом, конечно. Но я думаю, я смогу. Что-то мне подсказывает. Не факт, что я смогу заработать реролл. Черт. Я мог это грамотно использовать, чтобы взорвать тот камень. Ну, то есть, нет. Я не мог. Кто-нибудь, кто лучше, чем я, играет, наверное, мог бы. Ну, когда-нибудь. Я даже ее так не могу дамажить. Какого хрена я ненавижу этих мух, которые висят над камнями и не дают себя убить. Нет, я не наберу. Хотя, не, я не наберу. За босса дают один заряд, правильно? Магазин, спаси меня. Магазин не спас меня. Хотя нет, магазин спас меня, батарейка вон. Я туплю. Монстро, два монстро. Окей. Это как раз тот случай, когда это помогает. Так, ну козлиную голову я точно хочу взять. Потому что она дает мне все остальные сделки с дьяволом. Полет плюс спектральные выстрелы, это правильно, второе? Или это просто полет? В общем, это полет плюс что-то, возможно. Нет, или это у Бримстон тоже нет. Увы. Плацент не очень хороший предмет. Но, тем не менее, реген и удача. По-моему, так. Она не напишет мне еще раз, нет. Ну и это придется взять, потому что реролить все равно не получится.
Эта хрень летает за мной и дамажит врагов, и навешивает на них страх. Статус. Это слегка полезно. Но польза довольно ограничена. Ну, теперь я получаю все сделки с дьяволом, так что я смогу что-нибудь ценное получить на следующем уровне, возможно. Или там через один уровень, или еще где-нибудь, когда-нибудь. Или, может быть, нет. Посмотрим. Литл Бримстон, конечно, можно взять. Нет, я лучше жизнь себе оставлю. Мне не нравятся миньоны. Мне не нравится так управлять миньонами. Естественно, самое худшее проклятие в игре. Я не буду видеть, что за предметы мне попадаются. В большинстве случаев это просто означает, что я хочу пройти уровень, не подбирая ничего. Потому что там может быть какое-нибудь говно, которое все испортит. Там, скорее всего, будет какое-нибудь говно, которое все испортит. Ау. Так что я не захожу в комнату с предметом. Я не захожу в магазин, потому что там тоже делать нечего. Я просто пытаюсь найти и убить босса. Это я тоже не беру. Но это я сейчас не могу взять, не наступая на шипы. А наступать на шипы мне как-то не хочется слегка. Да умрите уже кто-нибудь. Мне очень не хватает урона. Потому что ничего повышающего урона у меня пока что нет. Так что базовый урон на третьем уровне... Не очень хорошо. Также мне очень не хватает бомб, которые почему-то решили не спавниться вообще. Окей. Где выход? Покажите мне его. Ау. Явно не там. Явно не тут. О, повышение удачи с монетки. Хорошо. Очень хорошо. Ау. Окей. Ну или может быть не очень хорошо. Да, регенерация помогает слегка. Но иногда она мешает слегка, так что это не очень хороший предмет на самом деле. Но сейчас... Сейчас это хороший предмет, потому что у меня нет ничего, что, чему мешало бы регенерация. Так что все нормально. Босс, да, ура, наконец-то. Вы, враги, рикошетят в меня и не останавливаются вовремя. Ура, у меня появилась бомба. Сила для повышения урона. О, это вариант, который просто спавнит врагов. По-моему, это вариант, который просто спавнит врагов. Это легко. Можно было бы даже силы не тратить, наверное, но это было бы долго тогда. Это и так будет довольно долго, потому что сила, конечно, повышает мой урон, но не настолько. Как бы полуторный множитель урона полезен, когда у меня и так есть хороший урон. Окей. Готово. Дьявол. А, ну да. А, ну, сойдет. Зайти сюда стоило, потому что если здесь эта хрень, то я получу что-то бесплатное, по крайней мере. Не факт, что полезно.
Ну, бесплатно. Уже хорошо. А, черт, я забыл, что он умеет так теперь делать. Да хватит! Умри уже. И это активный предмет, который позволяет мне так делать, но я не хочу этот активный предмет, так что я зарерулю его. Это бесполезно, но лучше, чем ничего. И боссовских предметов плохих нет. Ну, активно плохих. Это пофиг, это пофиг, это пофиг, и это полная жизнь. Лучше, чем ничего. Сойдет. Хотя бы жизнь полную себе сделал. Тут у меня нет карты, это намного лучше, чем не видеть предметы, но это все равно довольно хреново. Почему они такие живучие? Куб мяса не такой дамаговый, как я помню. Батарейку я пока что трогать не буду. Но надо запомнить, что у нас здесь есть. Окей. У меня есть целых две бомбы, мне их некуда девать, потому что у меня нет карты, так что я не могу определить, где секретка. Ну, то есть я могу, но это слишком сложно без карты. Это мне нужно запоминать, как комната расположена. Да. Магазин стоит, наверное, заглянуть. Смотреть, что там продается, по крайней мере. Хотя нет, у меня нет денег, так что не стоит. Хотя у меня есть бомбы, так что все-таки стоит. Хрень, умри уже. Поехали. Мне не нужны часы, и мне не нужна колода карт. Стартовая колода. Так что нет. Я не хочу идти к боссу без предмета. Потому что с текущим своим уроном я этого босса не убью. Так что, видимо, я не получаю ничего с этого заряда батарейки. С этого заряда предмета. Умри уже, хрень. Ура. Бомба и половинка сердца. Я пойду искать что-нибудь. А там я был? Там я не был, но там ничего полезного и нет. Так что не зря я там не был. Ну, батарейка еще одна. Итого у меня три батарейки на уровне. Полезно. Эта хрень сейчас не помогает. Хотя это возможность набрать побольше денег. Слева нет выхода. Вниз. Да, вниз есть выход. Лучше бы его не было. Учитывая, какая тут комната. Да, и предмета здесь тоже нет. Паук. Паук. Смотри, я здесь. Ну и хрен с тобой. Рандомный эффект грибов. В каждой комнате. Плюс иногда карта или компас, я не помню уже, что из этого. Что-то из этого. Компас вроде бы. Видимо, компас это тоже гриб. Даже не знаю, что об этом думать. Это не помогает. Thank you.
Ну, то есть это слегка помогает, потому что пауки дамаговые. Это все еще не предмет. Какого черта игра? Насколько большим может быть этот уровень? Очень большим. Окей. Ура! Наконец-то. Я был на правильном пути. Относительно. Относительно. Я был сначала на неправильном пути, конечно. Но потом пришел на правильный. Дайте что-нибудь хорошее. Блин, я не помню, что это за шприц. По-моему, это урон. Нет, это скорость и скорость выстрелов. Это не что-нибудь хорошее. Это что-нибудь нейтральное. Ну, привет, босс третьего уровня. Точнее, четвертого уровня. С базовым ДПСом. Это будет долго, мучительно, и я проиграю в итоге. Как это попасть вообще было? Вроде бы так. Не помогает. А, еще и эта хрень. Так что бомбы бесполезны. Ну хотя бы это не живучий босс. Упс. Ну, не сильно живучий, скажем так. Умри! Ура. Куб мяса меня спас? Не уверен. Нет. Мне нужно что-то более ценное. Мне нужно что-то более... менее защитное, скажем так. Хотя это и очень хорошо здесь, по-моему, было. Да. Темный бомж — это один из лучших предметов в игре, но, блин, мне ДПС нужен, а не дефенс. Вау, какой я быстрый. Ладно. Это не очень хорошо, но это хотя бы ДПС. Ладно. Таблетку я зря подобрал, потому что сейчас бы я мог ее еще раз реролить. Ну и надо было сбегать за... за батарейкой здесь еще одной. Но хотя бы мой ДПС немножко вырос, потому что пакт — это повышение скорострельности и урона. Еще и два синих сердца, так что я ничего не потерял. Я даже что-то получил, возможно. Ну, я точно получил урон. Но не уверен, что это мне помогает. Точнее, я почти уверен, что это мне не помогает. Где они? Вот они. И вот они. Ключ, у меня их всего лишь 7 было. Это шикарно. Это слева предмет. Ну, батарейка. Батарейки полезны? Я слишком быстрый. Не могу уворачиваться, когда я настолько быстрый. Да какого черта?
Туда я пока что не хочу идти, в комнату с проклятием. Зато я пока что хочу идти в магазин... не в магазин, в предмет. В магазин, наверное, тоже когда-нибудь. Но когда-нибудь. А в предмет прямо сейчас. Почему нет? Теперь я стреляю бомбами. Я убью себя этим. Почти гарантированно. Но зато теперь у меня бесконечные бомбы. Теперь у меня немножко меньше проблем с уроном, потому что бомбы дамаговые. И теперь у меня вообще все хорошо. Может быть. Получить бы какой-нибудь иммун ко взрывам. И все будет вообще идеально. Джастис. Всякие дропы полезные и не очень. PHD это не иммун ко взрывам, но я тоже возьму. Ух ты, сколько всего. Окей, я беру оба предмета. Чемпионский пояс дает повышение урона, но больше чемпионов, врагов. Не критично. Я не помню, как повышение урона влияют на мои бомбы. По-моему, они работают. Потому что раньше они не работали. И это был один из самых бесполезных предметов в игре. Но потом его пробустили. Упс, я не хочу здесь быть. Какой живучий чемпион. Бомбы мне теперь совершенно не нужны, как повышение скорости. Окей, один готов. Второй готов. Повышение скорости нет, спасибо. Нет. Я не помню, будет ли это работать, если да, то как. По-моему, что-то одно заменяет что-то другое. Нет. Окей, я счастлив. Несмотря на то, что у меня 0 сердец красных, я все равно счастлив. Скорость и что-то еще? Скорость и дальность или что-то такое? Или... Фиолетовый — это урон и что-то еще полезное. Так что это точно не урон. Урон — это белый шприц и фиолетовый шприц. Зеленый, по-моему, дальность и скорость. Так что, пожалуй, нет. А скорость выстрелов и урон. Почему нет? Я посмотрю, что еще есть на этом уровне. Конечно, учитывая, что я постоянно стреляю бомбами, пока я заряжаю Бримстоун, Бримстоуном особенно пользоваться не выйдет. Потому что я слишком рискую убить себя этими бомбами. Но в некоторых ситуациях работает. Вот так, например. Угу. Сердца есть. Луна телепортирует меня в секретку? Куда-то. Возможно, в секретку. Я могу этим воспользоваться. Я могу зайти. Сюда. Собрать отсюда все полезное. И телепортироваться отсюда. И потерять всего лишь... половинку сердца на это.
Окей. Я не помню, что оно делает. Ну, допустим. По-моему, что-то относительно полезное. Ау. Окей, ключей полно. 4 реролит что-то. Предметы? Предметы. Были ли где-то предметы, кроме как у дьявола? У дьявола она, по-моему, не реролит. В магазине, разве что. Хотя там она, по-моему, тоже не реролит. А, нет, в магазине не было предметов, я все купил. У меня слишком много реролов на этом уровне. Нет? А там? Тоже нет. Где вторая секретка? Дьявол. Я бы, может быть, взял Библию, потому что это источник черных сердец. Но нет. Серпы. Ладно. Куча урона и пробой, и, по-моему, спектральные выстрелы тоже. Все-таки где вторая секретка? Неужели здесь? Был бы у меня темный бомж. Ладно, я иду за тем, чтобы взять вот это. Нет, спектральных выстрелов нет. Ну а пробой бомбам, естественно, не нужен, учитывая, что они... Хотя... Не уверен, нужен ли им пробой. Да остановитесь вы уже там. Да. В общем, не знаю. Я умру из-за того, что я купил эти серпы. Потому что у меня теперь слишком мало жизни. Но пофиг. Зато весело. Что тут? Поехали. О, он выстрелил. Ну ладно. Как-то так. Было весело, я зря взял серпы. Без них все было бы намного эффективнее и веселее. Ну, я надеюсь, вам понравилось это видео, хотя оно и коротковато. Но еще один ран я не хочу начинать, потому что тогда оно будет длинновато. Увы. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.